Опять. Мы пошли в Ханчжоускую теснину. Вот по этой вот тропиночке. Боже мой, какая тут красота. Цветочки вокруг. А запах. Что-то необыкновенное. Вот какая прелесть. Боже мой. Здесь уже готовится 9 мая, вот своеобразная выставка военной техники. О, полевая кухня. Катюши стоят. На Берлин, говорят, за победой. А вот и вход. Правда, мы пришли с другой стороны, но ничего. Сначала я вам тоже покажу сейчас. Вот тут так все и выглядит. Это вход в Ханчжоускую теснину. Здесь вот кафе. Можно пиво попить, шашлык покушать. Все замечательно. Ну, мы пришли рано, здесь пока еще никого нет. А вот тут вот касса. Для тех, кто хочет туда войти. Здесь вот можно посмотреть план теснины. А еще вас предупредят, как себя там вести. Вот такая красота. О, можно сфотографироваться. Я люблю Ханчжоускую теснину. Я ее тоже люблю. Вот это туристский комплекс. Ну и сколько это все стоит? Детский 200 рублей, взрослый 400. Хотите, платите. А хотите, не платите, можно пройти с другой стороны. И посмотреть все то же самое. Ну, вам еще это покажем. Классное ханчжоускское такси. Посмотреть. Вот так вот. А что я там еще наснимала, интересно узнать. И когда я снимала, тоже непонятно. О, петухи поют во все горло, кричат. Красота!